В Дагестане трое молодых парней украли 22-летнюю невесту поневоле. Как предполагает следствие, подозреваемые поехали домой к пострадавшей, насильно посадили ее в автомобиль и увезли в Дербент. В квартире одного из соучастников они удерживали потерпевшую почти сутки, не сообщая родным о ее местонахождении. В течение этого времени мужчины добивались от потерпевшей согласия выйти замуж за похитителя. Сотрудники полиции выяснили местонахождение девушки, она была освобождена и сейчас находится у себя дома.